Вирус усилил иммунитет дистанционным мошенникам. В карантин кировчане отдали им вдвое больше, чем годом ранее. В деньгах это примерно 177 миллионов рублей. И это всего за 9 месяцев, причем из всех подобных преступлений раскрыто меньше половины. Не всем пострадавшим от вируса доверчивости удалось вернуть свои кровные. Судя по статистике, кировчане легко расстаются со своими сбережениями. Причем отдают их абсолютно незнакомым людям. Рост наблюдается именно по дистанционным мошенничествам и кражам, отмечает в УМВД. Это когда кировчане добровольно сообщают данные своих пластиковых карт якобы сотрудникам банка или потенциальным покупателям из интернет-магазинов. С начала этого года граждане потеряли более 176 миллионов рублей. Количество онлайн-преступлений увеличилось наполовину. При этом вернуть похищенное удалось единицам. В полиции в очередной раз призывают горожан не сообщать никому данные своих карт и не переводить деньги на чужие счета. Службы безопасности банков никогда не звонят на телефоны своих клиентов и не просят помощи в сохранении их денежных средств.